Labai sunkus atsakas. Reikia didžiulės kantrybės gyvenime. Reikia paukoti savo komfortą. Fiziškai komfort очень трудно пошепнуть. Labai sunku yra paukoti savo fizinį komfortą. Aš suprantu. Aš galiu pasidalinti sacangą. Aš gyvenu kaip princas. Pas mane buvo geras atlyginimas. Labai geras būtas. Labai jaukiai gyvenau. Labai gerą automobilį turėjau. Su vairuotoju. Kuris kiekvieną dieną rytą prieidavo ir sakydavo: labas rytas, ponia, kur jums reikia važiuoti šiandien? Su Suomis mane paėmė čionai. Ir iš ten jis mane numetė. Ir aš nukritau. Buvo labai skauda. Jis man sako per interviu. Pas tai buvo labai geras pareigos. Tai aš iš tavęs ją atėmiau ir. Pas tai buvo šlovė. Pagarba darbė. Tai aš iš tavęs atėmiau. Tu vis tiek mane mylėjai. Pas tai buvo pinigai. Aš atėmiau už juos visus iš tavęs. Tu vis tiek mane mylėjai. Aš iš tavęs atėmiau net darbą. Tu paskui nieko nesuradai. Vis tiek tu mane mylėjai. To neužteko. Aš sugrioviau tavo asmeninį gyvenimą. Tu vis tiek mane mylėjai. Aš iš tavęs atėmiau sveikatą. Ir vis tiek tu mane mylėjai. Dabar aš tau. Aš tave labai myliu. Pas mane prašymas jums visiems. Gyvenkite taip, kad Dievas ilgėtųsi jūsų, pasilgtų jūsų. Gyvenkite savo gyvenimą taip, kad Dievas pasakytų: aš myliu tave. Aš ilgiuosi tave. Aš be tavęs negaliu. Nebėgiokite į Indiją. Nebėgiokite paskui mokytojus. Nebėgiokite paskui sakys kaip mokytojus. Bėgiokite za mučinį. Bėgiokite paskui jo mokymą. Not after Satya Sai Baba, but after his teaching, Sai Mučinį.
Praktikujte jeho učenie tak, što on prišiel. Praktikuokite jo mokymą taip, kad jis ateitų ir pasakytų, aš myliu tave. Такая честь для меня. Ты такой гербема. Наверное, я стоял одной ноге и молился в прошлой жизни. А что рубус правит там, где я натвер на нос кое сырмельчился? Знаете? Жената. Я вам дал тот пример. А что вам та память? Вначале этого сатсанга. Продвижение сатсанга. Сорвал мой план уехать. Когда с вами... Из Будана. Sugriavo mano planus išvažiuoti. Prašiau labai. Praėjo vieni metai. Siūrano mano staro gyvenimo rūšis. Vis tiek mano sveikata nepagerėjo. O mane suka srita. Pas mane yra burnos išdžiūvimas. Dėl to aš taip dažnai geriu. Man labai sunku kalbėti. O jis man davė tokį darbą. Vidite, kokia meilė. Matot, kokia meilė. Как он мне помогает отработать свой карму? Как он помогает отработать свой карму? Иногда, сейчас нет. Добр не. В прошлом году. Но приятный. А ситуация была настолько плохо. Ситуация была такая плохо. Когда я читал лекцию. Когда же перекидывал памука. Кровь вышли из моего. У меня две крови, я сейчас переживаю трижды. Ой. Но бы студа была. Я не дал моим мальчикам занятия узнавать. Аж не довел. Если бы я не знал, я бы плакал. Аж не садил само верлюков. Если бы я буду женой, я буду верки буду. Я просто всегда пил холодную воду. Аж ты все гер ушел на вальдене. Успокоить. Как нурамин вкусно. Состояние было настолько плохо. Бугля была такая блага. Я моему директору. Аж стала директором. Институте сказал. Институте посадил сэре. Я уезжаю не потому, что я хочу бросаться вам. А сейчас большое не дело, только то, что я полегу с вами. Мне надо лечиться. Мне надо гидить. Я, наверное, поеду в Керлу. Керла есть такой штат. А трубу дожать в Керла? Где аюрведическое лекарство. Курсира аюрведа, лобы и та медицина. Аюрведа – это лекарство трава. Аюрведа – ты еще жоги. Наверное, все уже знаете. Вы стоите. Я хочу лечиться. Аж норю жгиди ко мне. Я когда поговорю там с врачом, мой друг мне помог. Мам дорога с нам поднею. Брат сказал, вам надо сюда приезжать. Вы говорите, что вы живете? Жить у нас. Гивяйте по смус. Месяца в полтора. Пусатро месяца. И лечиться. Вы гидите. После лечения. После гидимо. Вы должны уехать только домой. Вы стоите грешить и ты на мо. Находиться дома. Будьте на мосте. Как хороший мальчик. Как герас бердюкас. И кушать только домашние продукты. И валить их на мосте хорошо мы. Без ничего острого. Не, без ничего острого. Без жирного. Без ничего рыбу. Минимум один год. Можа серьезно. Как мне это передать с вами? Ты мандит по таким с вами. Сарусти. Я могу вам читать бурчек сегодня. Перед с вами я мышь. Аж бен преш нами, аж пели, аж чай супер брат. Боюсь ему сказать. Бью я посакить. Что он скажет? Кайс посакить. Я хочу сказать эту фотографию. Он все равно услышит. Гай ему посакить и фото. Извини, дорогой. Уезжаю. И швыжаю. Я директору сказал. Аж директору посакил. Директор был очень настроен. Ну вот директор. Серьезно хотите уезжать? Вы что, кровь надо швыжать? Я не хочу. Аж такого сэрэш не надо швыжать? Мне надо. Bet man reikia gydyti. Man labai skauda. Kada vy priėdite? Kada jūs atvažiuojate? Aš greitai atgrįšiu. Štai, ką reiškia? Aš nupratau, po kuo dieną grįšite. Man reikia mažiausia metą. Gerai, sako, važiuokit. Aš sakau, kaip nors. Вами посакить, прошу. А вы еще не говорили? Он еще не говорил. А что вы? Я говорил. А что вы посакил? Фото ты посакил? Смелости нет. Не родился? Все сказали, ну. Вы все посакил я. Я упаковал еще. Белый ты упаковал, да, кто?
Bilhete купили. Вот это. Сижу перед фотографией. Сижу перед фотографией. Мой друг это все организовал. Мама друга здесь готова. Он знает этого врача. И сижу на то, та видите. Он сказал, Давид, будь готов. И сказали, я тебе заберу. Рави, потерошу, что это же ты. Слушаешь. Слушал. Сижу перед фотографией. Сижу перед фотографией. Я буду с вами. Сагу с вами. Этот раз никаких СМС. Шикарно, как это было. Через Мадусуду. Через Мадусуду. Ты не обижайся, дорогой. Ты не обижайся, правда? И не надо поехать. Мама, реки обожали. И не надо лечиться. Я тебя не обиделся. Я никуда не уеду. А что я здесь иду? Ты хороший мальчик, оставайся. Я скоро мама. Тугу гораздо. Как мама говорит, я скоро домой приду. Открыть ты вижу. Вот я сказал. И я, знаете, я так разговариваю с ним. Потому что он является моим. Хотел катиться сразу. Ира. Извините, друга. Все сказал. Без капотыки. Готовится сам. С усирашем. Кита дяна. И шо еще? Следующий день. Кита дяна. Утром. Витя. Мой друг звонит. Мало друга скажет. Я говорю, привет, дорогой. Я готов, чемодан готов. Билет готов, потому что я должен был поехать. Билет, из Ченнея он меня отвезет к Керва. Все готов, я приезжаю к тебе. Он говорит, там подожди. Палау крови. Что значит палау? Корешка палау. Ты знаешь, маленькая неувязка. Ира, Маша, ты слышишь про тебя? Я говорю, что случилось? Как это, типа? Ты знаешь, тот врач, который должен для тебя лечить, у него инфаркт. Почти инфаркт. Я хочу бить голову по стенке. А что делать, дружите голову и стену? Я смотрю на него фотографию. А жюри? Ее на трогай жюри. Ну и то ты, и то и не. Я говорю, тебе что делать? Ну, это Каролина. Друг говорит, ну что за вопрос? Сдай меня. Друга за бокату дает. Ну, подожди, а сколько же меня ждать? Он говорит, Рави, что за это вопрос? Окей, но лапы. Ему 85 лет. Я уже точно 5 лет. Ну, тем больше, потому что аюрведический врач. Не, все равно это кидает. Ольга так занимается, это семейная мне профессия. Спасибо, это расширение профессии. Он котируется 85 лет, знающий вопрос. А что еще меня дать? Жилобы, героинская жена. Я говорю, ну сколько это? Ну все, откладывается. Он кем то лыбы сказать отсюда, да? Говорит, что за вопрос? Кас проплатил. Не знаю, у него инфаркт. Почти инфаркт. Он не молодой, 85 лет. Я говорю, что же, 5 метров? Я говорю, окей. А что, окей? Я положил трубку. А что делать? Смотрю на него. Жюри, иди. У меня так поднимается. После этой фила. Это произошло. Ты и Вико. 28 июня. Видишь, наш пункта лепо. 30 месяц опять я все отличимо, да? Все опять стало. Вела, ты дорогу с благодарина, Вико, 29. Следующий день прохожу. Какие-то дни на кину. Директор говорит. Директор сам. Сегодня еще. А то еще не шучу. Нет, не шучу. Ну, случилось. Это ты, Вико. Такая обстановка. Вот видишь, с вами тебя не хочет отпускать. Да, с вами меня нравится счастье. Нет, он понял давно, до вас. А ты его я начал избегать с вами. Я же имел вянки с вами. Не ходи на сатсангу. Не ходи на сатсангу. Боюсь, если начинается стрелять на меня. Бьёвка, сварнется. Он любит нас. Есть слабые рогрежды, слабые слабый вибер. Тогда тем ближе. Это ты живешь в Мудрах, и так рядом с вами. Ты сам гибете? Приходи и живи с огнем. Ага, а ты как раньше огнес? Тем ближе к огню, тем жарче. То перше. Один неправильный шаг, тогда ты знаешь, какие будут их жены. Тогда ты же знаешь, как я буду надегима. И все. Месяц прошел. Не, но правил. 31 июля. 31 лепо. Гуру Пурнима. Гуру Пурнима. Это происходит в большой длинной аудитории, которая находится возле столовой. Ты рада, что ты видели аудиторию, которая приезжает в Альгиклайра? Там есть три входа. Тенера три сиенимы. Сами приехал. Сам содержало.
утром. Утром било какое-то выступление, там кто-то пел. Я первым иду, там близко не сижу, где есть место для учителей. Аж первым Ленин езжу, аж седжу, за что галя бью. Борюсь, если что там скажет. Бью, когда скажешь, как папа таки. Утром пришел и ушел. Видите, а те решили, аж саму. Днем тоже опять последний. Яна. Там бью. Вела, у последнего хода сижу. Или. Так получилось. Типа, типа. Я получил место совсем близко к третьему входу. А живу в это место, я все третьи. С вами выходит из машины. С вами все еще пришли машина. Не заходит через первого входа. Не еще и на перфирма и ходит по коридору. И на коридору. Поворачивай, поворачивай направо. Сюда, сейчас за этим не поворачивай. Пожалуйста. Сюда, сюда, сюда. Не поворачивай. Не поворачивай. Через третий, я говорю, может быть, мне выскочить на второй этаж. Да, пошел, перебег и прям приехал. Там вообще свободный день. Юрий, да не знаю, я... Там пришел, я так сижу. Аж сижу ты. Глаза не смотрят уже. А кем я говорю? Заходит прямо ко мне. Я тебе прямо ко мне. С таким пальцем. С таким пальцем. You are not going anywhere. Ты никуда не уезжаешь. Ты никуда не уезжаешь. You are going to be here with me. Ты будешь здесь со мной. Тут что будет с умами? You are going to work for me. Ты будешь работать для меня. Тут дирси мам. До твоего последнего дыхания. И ты стала последняя тот. Когда он это сказал? Если ты посаки. Весь сад на меня смотрит. Весь сад на меня жует. Как ты будешь счастлив. Как стоит будешь. Без зажогов. Без любви. Представляете, получить такой подарок от с вами. Если вы сделаете это дома на носах. Когда Бог тебе говорит. Когда дело толстаково. Я тебе не собираюсь отпустить. Аж тебе не ожидаюсь. И ты будешь со мной жить. Ты гиляешься с вами. Со мной работать. С вами где? Бог твоего последнего. И хита, Господи, на тот. Это какой дар получит ты от Бога, от самого учителя? Но почему это? День Гуру Пурнима. Пер Гуру Пурнима. Я сидел и ничего не понимал. А сидел не понял, что про то. Все мои вокруг меня, которые сидели, Visi aplinkai sakė, kaip tau ar sekasi. Aš matau, na, žiūrėjau į tavo draugą, kad turi dėlėt su mane. Aš žiūriu tą draugą, kuris šalia manęs, sakau, taip. Vyhažu. Išeinu. Ir aš galvoju, aha. Ir sakau, aha. Ты хулиган, который сорвал мои планы уезжать. Ты сейчас тут тот хулиган, который сугарина и манатону ты швыжете. Теперь все понятно. Да борьби сказаешку. Да как ты у меня видишь, Саня? Низкий тебе поклон. Жанна стала с ней. Я такой глупый. А что в Сквейла? Хочу уезжать. Когда норишь выживать? Не будешь. Как ты у меня видишь? Не хочешь меня пускать. Ты не нори меня поляет. Поэтому я всегда говорю всем. То дело, что всем быть сапом. Живите так. Гляньте, как ты? Чтобы Господь созвучится. Как дело с Ильгетом Сиусом. 1 августа в этом году на 5 миллионов людей. 1 рубючего и сделал на интервью. И говорит. Как он? Я подошел к нему с бабкой. Аж прио привез. 31 июля он мне говорит. 31. Приходи завтра в 10 утра. А ты крутой, я чем тарифом. Поговорим касательно. Он говорит, что за это бабка? Я говорю, это бабка касательно поездки в России, Литвы, Украины, Казахстан, Беларусь. Я завтра утром прихожу. 10 часов. А ты крутой. Я прихожу 10 часов. А ты крутой, я чем тарифом. И спаем на Сертуве, и пойдем на Тау. Я хочу там спить. А что ли вы с вами в Знаете, что я не говорю? Жена какая сака? Там ничего обсуждать. Да не, ты поедешь. Ты выживаешься. Ты точно поедешь. Ты крей выживаешься. С вами ты меня вызвал. С вами ты малишка ты. Это был просто повод тебя. Ты вот, ты все претекст от тебя помоги. Я тебя очень люблю.
Aš tai labai myliu. Aš noriu su tavimi pabendrauti. Я тебя люблю. А что я верю? Потому что ты практикуешь. Что делать, а ты практикуешь? Я могу сегодня, может быть, я звучал очень строго. Еще не могу так скандировать, лавы грешки, как это там. Я говорю это потому, что а что я ты? Действительно хочу, чтобы вы проснулись. Дал то, как я ж ты крыла бы, но это ты будешь. Не мягопите. Времени нет. Не ролейко. Иногда я могу звучать очень строго. Картес аж галю отродит лавы грешно. А честный срок. Я вас ручаю. А что лавы вижу? Я искренне хочу, чтобы вы все проснулись. А что значит, что я могу говорить, что все проснулись? И занимались своим духовным сердцем. И уж всем ты настал вратная практика. В начальном этапе кажется трудно. Я всегда людям говорю, вдохновляю. Всю ночь машина стоит, на улице, утром заводится Если приедете в Индию, вы всегда можете меня найти, вы всегда можете. Если всегда галька моя трасти. Конечно, у меня сейчас расписано очень. Люди даже вокруг меня, которые находятся постоянно, они удивляются, как я это выдерживаю. Стебисы, как ищешь, отлыкоты? Там, по-моему, там, трубут. Разговор больше 2,5 часа. Потом после того, как я разговариваю. Потом с детьми стоял и разговариваю. У меня, наверное, где-то час. 5 часов въезжали туда. 6 часов начала. 5 часов. А имеют деньги, привезли что-то кушать. Они много привезли. Я долго отвечу, я что-то не говорю, хвалить, ну будет. Вот видите, сколько я стою перед вами. Вас матут те, кто пришел при колбу. Приехал в Бенус, сплю час ночью. И видел фирма. 2 часа ночью, 3 часа ночью сплю. 6 часов. Мегу по 2-3 сваланда. О, 6 часов на сколбу. Надо готовиться к следующему. Рейки ваши с китам, с кикиму. Могу сторгивать и дал титул. Я готов все отдавать. А что тинку вискать давайте? Чтобы люди были счастливы. Какие нормально бутылы имеют? Чтобы люди дружно жили. Кажмоне дорогой шигивян. Чтобы люди любили друг друга. Кажмоне свенский там или нет? Чтобы люди помогли друг другу. Кажмоне свенский там побежал. Чтобы в душе и в сердце были только любовь. Как тело и в сердце будут тип мяйля. Чтобы они достойно жили. Чтобы они знали и понимали и осознали, как женоту, что мы все являемся чтением с вами. Как вести нас рядом с вами. И достойны этого мы жили. И мы турины. Чтобы мы не опозорили с вами. Как нас не подарили беда с вами. Daug meilės jums. Daug laimės jums. Daug padimanių sumių mėžių. Daug supratimo šeimoje, tarp šeimos narių. Štobų yra staru. Kad būtų sveikata. Malyčiai sveikata. Melskite už kitus. Ne tik už save. Zabūti sveikata. Užmirškite save. Живите целый день. Что я могу делать? Как я должен себя вести? Ты просто вести. Ты просто вести. Так поставил отрасль шестерку. Что нужно этому человеку? Какая-то реакция нужна. Корректно считаю, что какая-то
Ha 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 ha!